Очень крутой способ, как вызвать отвращение к курению. С помощью этого способа можно, например, полюбить щавель или какую-нибудь полезную пресную пищу, ну или супружеский долг превратить в любовь, если вдруг уже не искрит. Итак, наши предпочтения – это наши нейронные связи. Ответь на вопрос, сколько раз ты видел, как курят другие, получают от этого удовольствие, сам целовался с сигаретой, посасывал дымок и при этом получал удовольствие 1000 раз. И чтобы стереть эти связи, чтобы накатать новую колею, необходимо снять ролик, где ты равнодушен к сигарете, а точнее у тебя такое блевотно-мерзопакостное отношение к процессу курения. Это несложно. Подробную инструкцию в следующем ролике выдам. Главное, сними этот ролик. Ролик продолжительностью 15-20 секунд. Смотри его 8-10 раз в день на протяжении 2 недель. 50% успеха у тебя уже в кармане. Сигарета не будет вызывать тебе удовольствие. Детали в следующих роликах. Подписывайся на меня в Инстаграм, и я поделюсь с тобой секретами, как управлять своими предпочтениями и удовольствиями.